Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами очередной потрясающий выпуск вашей любимой программы «Кинофрэш». А он не просто потрясающий, он феерически умопомрачительный и просто чудесный. Так что впереди все обзоры летних кинопремьер и все самое интересное из мира кино. Это «Кинофрэш». Мы начинаем! Мы, конечно, отлично проводим время в Одессе, но не стоит забывать и о текущих премьерах недели, одна из которых – это фантастический экшен с Джеффом Бриджесом и Райаном Рейнольдсом «RIPD». Мы – лучшие законники среди живых и мертвых. Беглые души взяли за моду притворяться людьми. Черт, куда бы пальнуть, глаза разбегаются. Картина «RIPD» рассказывает о бюро, созданном в загробном мире для того, чтобы мертвые могли следить за жизнью живых и защищать их от темных сил. И еще кое-что. Теперь у тебя и голос не твой, и рожа чужая. И на кого я похож? Серьезно? Дедок китайский? А ты тогда кто? Твоя взяла, Рой. На первый взгляд, RIPD весьма напоминает «Людей в черном». Все тот же дуэт из киноветерана и молодого экшен-героя. Но будем думать, то, что нас ждет хорошее развлечение для летнего вечера в компании друзей. Они защищают наш мир. Какого? От гостей с того света. Пока все неплохо. Кроме грядущего апокалипсиса. Призрачный патруль. Весело, да? Главное, не напрягайся. Смотрите в кинотеатрах с 18 июля. Продолжает поступать сообщение о катастрофическом разрушении. Кажется, еще совсем недавно я рассказывал о проблемах в Вашингтоне в фильме Антуана Фукуа «Падение Олимпа». Теперь же, спустя всего несколько месяцев, на экраны выходит «Штурм Белого дома». Нам продолжают поступать новые сведения о взрыве. Возможно, это диверсия. Ребята, власти пытаются понять, кто, а главное, зачем. Пошел! Ситуация резко изменилась. И сейчас... «Штурм Белого дома» снял признанный мастер экшена немец Роланд Эммерих, который уже разрушал вселенную несколько раз. Так что падение Белого дома для него это так, мелочь. Раз спасать чернокожего президента в исполнении Джейми Фокса будет Чанинг Татум при поддержке Мэгги Джилленхол. Не знаю, как вас, а меня Роланд Эммерих еще ни разу не разочаровывал и вряд ли собирается. «Штурм Белого дома». Сколько у меня времени? Уходим!
Дорогие друзья, совсем скоро на киноэкранах стартует продолжение нашумевшего хита 2010 года «Гадкий я». Мистер Грю, я агент Люси Уайлд из АЗЛ. Вам придется пройти со мной. В преддверии выхода сиквела фильма кинотеатр «Мираж Синема» запускает фотоконкурс. Выкладывай свои забавные фото в любимых очках в специальной теме в официальной группе «Мираж Синема» ВКонтакте и получай призы. Пригласительные билеты в кино и фирменные футболки «Гадкий я». Попс. Очень тонко. «Гадкий я 2». Кино с 15 августа. Спустя месяц после своих конкурентов из Pixar свой ход делает студия DreamWorks с мультфильмом «Турбо». Я Хлыст, а это моя команда. Я тень, я всех обгоняю. Да, но тени быстрые не всегда. Но я белая тень. Все равно тебя вижу. «Турбо» — это история о маленькой улитке, которая всегда мечтала о гонках. И ее мечта сбывается после того, как она упала в оксид азота. Далеко ваш дом, да, садовые? Я всех сделаю. На старт! Марш! Меня зовут Турбо. Мне бы такое имя. Конечно, это детская история о вере в себя и собственные силы. Но, как это и положено у DreamWorks, не обойдется и без шуточек для взрослой аудитории. Ты машина? Нет! Так брось ездить, как машина! Ого, вы видели? А вдруг ты завтра проснешься уже без своей скорости? Надо использовать ее сегодня. Ого! Педаль в пол, Турбо! Он такой быстрый, что мир вокруг будто в замедленной съемке, детка. Ну что ж, вот и настала пора прощаться, но ненадолго. На следующей неделе мы обязательно вернемся и расскажем вам, как мы проводили время в Одессе на международном кинофестивале. Это была программа «Кинофрэш». Увидимся в кино. Пока. Друзья, мы с Денисом Габасовым практически перед самым отъездом прогуливались по самому центру Одессы, по Дерибасовской. И знаете, кто сидит около подземного перехода? Ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» Оксана Федорова. Оксана, что вы здесь делаете? Сижу. Сидите? У вас все хорошо? Отлично. Все вас устраивает? Да. Да? Да. Пойдемте с нами. Пошли. Вот видите, как говорится, язык доведет до Киева и еще во многие хорошие места. Оставайтесь с нами.